очень надеюсь на поддержку женской части нашего зала, потому что просили спеть песню Ады Якушевой, в которой она ни разу нигде не произносит, что она женщина, но обращено-то это все-таки к любимому человеку, поэтому, чтобы нас... Ну, это модное течение. В пропаганде нетрадиционности не заподозрили, пожалуйста, пойте, дорогие женщины, а мы подыграем. Это называется «Синие сугробы». Слушай, на время позабудь, лучше тебе спою я что-нибудь, чтобы теплели строгие глаза, и не оглядывайся больше ты назад. Мы с дома понесу, если смогу найти ее в лесу. Знаешь, какой красивый лес зимой, ее с морозом принесу тебе домой. Синие сугробы у меня есть. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начинала. Если петь тебе, то надо, чтобы песня начиналась здесь. Хочешь, не вспыхнут лунные огни, к ночи хрустальный лес в ней зазвенит. Будь не дерзость ветра свежий щек, скажи мне только, что бы ты хотел еще. Скажешь, поймаю песню на лету, чего-нибудь сплетут. Только не в песнях дело тут моих, мне просто нравится, как служишь ты им.